Всем привет! Ну чё, купили мы донкратик, получается, еще 20 тоник. Получается, у нас тут автопрофи. Почему купили 20 тоник и также автопрофи? Потому что вот у нас донкратик 10 тоник. Мы с ним поработали столько, уже много уже поработали. Не разочаровал. У него написано то, что максимально 12,5 тонн. Вот написано максимально, самое максимальное, так 25 тонн. Этим поднимали, получается, на свой страх и риск. Где-то думаю, так 13 тонн, но еле-еле. Ну, короче, этот... Получается, еле-еле гнули, но подняли. Ну, это купили, вот такие. Купили, получается, для того, чтобы дом поднять. Да и так, быту всегда пригодится. А то, что мне многие писали, вот здесь сальники текут. И так далее. Это то, что блестит, это снег. Потому что у нас был... Сейчас кольцо поднимали, которое у кого-то запихали ломом, соседом, с другом. Ёбали, не получилось. Решили обратно домой прийти. Он справился. Сразу выдернул, хопс, и все. Мы даже в кольцо, на кольцо, получается, просто так лежало. Так, ну, у него даже это допихали, костер сделали. Долбили везде все, кольцо у меня 3 года стояло там, так не получилось этот выдернуть. А это помог 20-тонник дом поднимать и 10-тонник дом поднимать. Думаю, все будет хорошо. 10-тонником получается гараж, который мне изнутри все видели уже. Так, у нас одна, это получается 4-метровка, это 8 метров получается длинный гараж. А последний, короче, у нас тут торфяник так утонул. Пытались вот поднять 10 тоником, не получилось, заморожено все. Завтра попытаемся поднять 20 тоником. Ну, 20 тоником, наверное, вообще по хуям думаю. И это у нас уже все. Рычаг есть на пределе уже. Чуть не ногами надо было ебать. Не помог. Это поможет. Ну, а отзыв, который вот. Хорошая штука. Мы поднимали у дружка, короче, там одно здание, не здание, а это домик поднимали так. Вес там был беспредельный. Поднял. А это еще больше поднимет. Поднимет, ничего, нигде ничего не течет. Потом мне говорю, вот, все везде протечет. Ничего, нигде ничего, вообще не течет ничего. Ну, вот так вот. Донкраты эти дешевые. Вот, сегодня жена купила там 400. Выше 20 тоник. Эти, этот уже сейчас не знаю, может, 2 900, короче, было. Ну, как так, рублей. Не гривен, который мне украинцы пишут, темный. Украинцы, когда отписывайтесь и бред мне не пишите. Я ни в чем, нигде ничего не виноват, я просто изменит. Вот так вот.